Поверьте, я знаю, что я делаю. Автор сценария и продюсер Алан Спенсер. Режиссер Марта Кулич. Эй, кто ты? Стой на месте. Двенадцать часов прошло с того момента, как мы получили сообщение о пропаже дочери мэра. Полиция полагает, что она была похищена и надежно спрятана. По всей видимости, злоумышленники... Быстрее! Господин мэр, наши люди обнаружили это анонимное письмо в телефонной будке. Если ты не заплатишь $1 миллион, твоя дочь будет убита. Подробности позже. $1 миллион. Боже правый. Кстати, ваш охранник в критическом состоянии. Бедняга, он был для меня как член семьи. Буквально несколько минут назад в этом магазине чуть не произошло ограбление. Его предотвратил инспектор Слэдж Хаммер. Инспектор, что здесь произошло? Я был в магазине, когда двое ворвались сюда и, угрожая продавцу, потребовали деньги. Я достал свой магнум и пристрелил их. Затем я купил яиц, молока и немного сосисок. Инспектор Хаммер, то, что вы сделали, было абсолютно необходимо. Конечно, мне надо чем-то питаться. Этот Слэдж Хаммер. Кто он? Ненормальный. Однажды он регулировал движение на перекрестке с помощью револьвера. После этого я отстранил его от службы на 6 месяцев. Поручите ему вести это дело. Но, господин мэр, ходят слухи, что он разговаривает со своим револьвером, как будто это живой человек. Это не вопрос для обсуждения, это приказ. Мне нужен Слэдж Хаммер. Подождите минуту. Эй, люди, нельзя ли потише? Я разговариваю по телефону. Такие шумные соседи. Я вас слушаю. Понятно. Немедленно выезжаю. Ты слышал? Я восстановлен на службе. Кто говорил, что незаменимых людей нет? По-моему, это я. Слэдж Хаммер. Что случилось? На крыше засел снайпер. Ах ты мерзкий йогуртоед. Людей эвакуировали? Да. На крыше сидит снайпер. Но у меня возникла идея. С кем ты разговариваешь? Ни с кем. Я обожаю насилие. Хаммер, что ты делаешь? Тебя же убьют. В чем проблема? Дурацкий автомат проглотил мою монету. Отойди. Хаммер, немедленно ко мне. Сколько раз я говорил тебе не стрелять в помещении?
Вы говорили, что это очень плохо. Правильно, и ради бога, сними эти чертовы очки. Какие очки? Я сказал снять. Неужели ты не мог сдержаться? Какого черта было сносить это здание, когда ты утром шел на работу? Ответь мне, Хаммер. Единственный способ справиться с преступниками – это быть безумнее, чем они. Господи, у меня начинает болеть голова. У меня мигрень. Капитан, мне кажется, причина ваших постоянных головных болей в смещении шейных позвонков. Сейчас я вас вылечу. Ну как? Хаммер, ты садист. Извращенец, придурок и варвар. Вы вызвали меня, чтобы осыпать комплиментами? Нет. Садись, ты слышал, что произошло с дочерью мэра? Нет. Что с тобой, Хаммер? Ты что, не читаешь газет? Нет, я предпочитаю получать информацию из более надежных источников. Из слухов, от маленьких детей. Ее похитили прошлой ночью. Прямо из дома мэра. И меня сильно попросили, чтобы именно ты возглавил ее поиски. Попросили, правда? Кто? Я поражен тем, как вы добиваетесь результатов. Мне рассказали, что однажды вы привязали подозреваемого к бамперу своей машины и возили его по городу, пока не выбили из него признание. Ну что вы, это не моя заслуга, мы просто не могли найти место для парковки. Шеф, этот человек не лишен здравого смысла. Не возражаете, если я закурю? Не советую. Знаете, чем это может кончиться? О, нет! Жевательная резинка. Министерство здравоохранения предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Разрешите? А, детектив, входите. Господа, это детектив Дори Доро. В своей области она большой специалист. Что, кроме нее, больше никого не осталось? Хаммер, я предупреждал. Все в порядке, капитан. Я хорошо разбираюсь в психологии террористов и не обращаю внимания на дурацкие шутки. Голос человека, звонившего по поводу выкупа, был записан на пленку. Он принадлежит лидеру террористической организации Авон. Авон. Динь-дон. Иначе объединенный профсоюз террористов. Выключите свет, пожалуйста. Отставить, Хаммер. Это эмблема их организации. Говорит сама за себя. Это главарь преступников Виллард Лаксли. Родители Лаксли были настолько уверены, что их сын вырастет нездоровым, что записали его в приют за 3 года до его рождения. Это Феликс Навидад, пламенный революционер, нелегально пересек границу страны, выдав себя за Хулио Иглесиаса. И, наконец, последний, Курт Кругл, сексуальный маньяк. Впервые был арестован за то, что занимался любовью с пожарным гидрантом. При этом, к тому же, он неправильно припарковался. Включите, пожалуйста, свет. Я найду Кругла и под пытками заставлю его признаться, где скрываются остальные преступники. Мне все равно, какие методы вы используете. Главное, верните мою дочь. Есть, сэр. Живую или мертвую? Мне нужна живая дочь, Хаммер. Хорошо, живая так живая. Неужели я сказал мертвая? Слэдж, идея была такова, что вы с Доро будете напарниками. Только на этом деле. Она же женщина, сэр. В смысле, женщина? Посмотрите на нее. Она женщина. При всем моем уважении к женщинам, я отказываюсь работать с ней. Если прикажут, будешь работать с Микки Маусом, понятно? Мне моего приятеля вполне достаточно. Я сказал, убери его. Простите, капитан, это рефлекс. Рефлекс. Я тебя убью. За мной, леди. По сравнению с ним, Рэмбо – ребенок. Хорошо, за рулем будете вы. Начнем с поисков Кругла. Послушайте, леди, коль скоро мы работаем вместе, давайте договоримся сразу. Я здесь мужчина, и я принимаю решение, ясно? Я принимаю решение, и я стреляю. Вы все поняли?
Ручаюсь, по-твоему, все женщины должны быть беременными и ходить босиком? Нет, я за туфли. Почему бы вам не бросить свои сексистские штучки? Ваши попытки казаться независимым выглядят просто смешно. На помощь! На помощь! Спокойно, дружок. Держите, мэм. Все в порядке. Благодарю. Надеюсь, она не запачкалась. Всего хорошего. Давай, вставай, придурок. Хаммер, что ты делаешь? Я хочу преподать урок этой ошибке природы. Ты хочешь, чтобы тебя арестовали за превышение полномочий? Ну что ж, хорошо. Хорошо. Я до него даже пальцем не дотронусь. Отойди, дуро. Раз такое дело, тебе самому придется этим заняться. Дай себе в морду. Что? Ты плохо слышишь? Дай себе в морду. Это приказ, давай. Сильнее, иначе я обижусь. Еще раз. Вот это было ничего. А теперь ударь в живот. Послушай, я тороплюсь, так что покажи мне, как ты себя ненавидишь. Поверь мне, я знаю, что я делаю. Итак, Дарон, настало время узнать темную сторону жизни нашего города и найти извращенца по имени Круг. Ты уверен, что он здесь? Тут стоит его фургон. Жди меня в машине. Я иду с тобой. Ты не справишься. Хаммер, я полицейский, а не школьная учительница. Все равно. Лучше уходи. Ну хорошо, охраняй меня с тыла. Леди, подождите в уборной. Они не говорят по-английски. Вы отлично говорите по-шведски. Это единственные слова, которые я знаю. Я из полиции. Зовут меня Сладжхаммер. Сладжхаммер? Вставай, я отвезу тебя в участок. Минуточку. Может, мне сначала одеться? Хорошо, давай. Не могли бы вы отвернуться? Пожалуйста. Я стесняюсь. Теперь все в порядке. Вонючий легавый. Ты держишь пистолет при себе даже во время массажа? А как иначе заставишь женщину прикоснуться к тебе? Ладно, брось револьвер. Потихонечку. Я слышала выстрел. Дуро, это было крайне жестоко и абсолютно не нужно. Но мне понравилось. Это было так поэтично. Спасибо. Я была чемпионом курса по рукопашному бою. Надо нам будет как-нибудь подраться. Хорошо. Ты не знаешь, кто этот ковбой? Это менеджер, мой хороший приятель. Пошли отсюда, пока он не очнулся. Ладно, придурок, пошли. Это был мой подарок на Рождество. В сотый раз говорю, ничего я не знаю. Тут так холодно. Можно мне горячего кофе, например? Да, конечно. Даро, принеси горячего кофе. И правда холодно. Ох, да. Я же забыл про чашку. Прости, придурок. Что ты делаешь, Хаммер? Он специально. Так нельзя. Я знаю свои права. Послушай, мразь. Я инспектор Следжхаммер. И мне нет дела до прав преступников. Меня интересует только защита прав
американских граждан. Я гражданин, заткнись. Не сбивай меня. Ничего вам я, свинья, не скажу. Ладно, слизняк. Я возьму тебя в цирк. В цирк? А я никогда не был в цирке. В каком это вообще смысле? В цирк? Ладно, придурок, в последний раз. Что ты знаешь? Не пугай, ты же не выстрелишь. Ладно, ладно, Хаммер. Локсли. Он сказал, что он и кто-то из его банды собрались и похитили дочь мэра. Да, но зачем? Ума не приложу. Что еще? Все, клянусь. Да, Локсли сказал... Локсли сказал, на них работает кто-то из инсайдеров. И кто? Не знаю. Кто-то, кто очень близок к мэру. Это все, что я знаю. И кто? Он не сказал. Пожалуйста, отпустите. Выпустите. Даро, завяжи мне повязку на глаза. С этим выстрелом я всегда промазываю. Кто-то из самых близких мэру людей. Это все, что я знаю. Поверьте. Шарик лопнул? Да, знаю. Промазал. Я получила доступ к списку всех сотрудников мэра. Почему у тебя такое предубеждение против компьютера? Знаешь, как я познакомился со своей женой? Она работала в компьютерной справочной. Хаммер, ты женат? Был женат. Она ушла от меня через 3 года. Сбежала с каким-то доходягой из корпуса мира. Сказала, что он более чувствителен, чем я. Представляешь? Понимаешь, некоторые женщины не могут жить в браке с полицейскими. Некоторые женщины не могут жить в браке с полицейскими. Она постоянно обвиняла меня в том, что дома я думаю только о работе. Она не понимала, что я не могу уйти с работы и выкинуть ее из головы. Все хотят результатов, но знаешь, никто не хочет их добиваться, никто не хочет действовать. Все полицейские — тряпки, кроме меня. Я не могу расслабиться ни на минуту. Хаммер, ты только что сделал это. Посмотри финансовый отчет мэра. Я уверен, преступник кто-то из членов его семьи. Тогда остается жена мэра, а этого не может быть. Она одна из самых уважаемых женщин города. Взгляни. Миссис Флэмбо поддерживает все заведения, которые только достойны этого. Да уж, кроме моего любимого. Какого? Магазина игрушечного оружия. Хаммер! Хаммер! Опять Хаммер. Курт Кругл подает на нас жалобу. Сейчас же ко мне. Превратить простой допрос в полноценный карнавал, Хаммер. Да нас же было всего 2. Ни танцовщиц, ни слонов. Но, капитан, Хаммер добыл очень важную информацию. Молчите, Доро. Защищая этого клоуна, вы сами себе роете могилу. Преступник – его жена. Что? Миссис Флэмбо? Да, жена мэра похитила свою собственную дочь. Надо срочно ее допросить. Хаммер, я совершенно не согласна с твоей теорией, но как напарника я тебя ни за что не дам в обиду. Я пойду с тобой. Только закончу свои дела. Мне она нравится. С кем ты разговариваешь? Так просто. Моя жена — это абсурд.
Поверьте, я знаю, что я делаю. Прошу прощения за наручники, но она сопротивлялась при задержании. Она очень дрочливая у вас. Дрочливая? Дик, ты не представляешь, как меня унизили. Мне неприятно это говорить, сэр, но ваша жена лживая, вредная и злобная мымра. Я это знаю без вас. Это не имеет отношения к похищению. Отстраните этого безумца от работы до конца его жизни. Постойте, я не понял. Мне только что позвонили похитители. Дали координаты места для передачи денег. И благодаря вам у меня нет другого выхода, кроме как сдаться. Даро, я хочу, чтобы выкуп преступникам доставили вы. Минутку, а кто бы не доставил деньги, его все равно убьют, позвольте, пойду я. Замечательная идея. Нет. Я не хочу брать на себя ответственность за вашу жизнь. Хаммер, я приказываю вам вернуться к себе и оставаться там. Значок я конфискую. Убирайтесь. Убирайтесь. Будь осторожна, Доро. Хорошо, Хаммер. Есть здесь кто-нибудь? Step forward. Иди вперед. Медленно. Они прислали нам женщину. И очень симпатичную. Давай сюда деньги. Только после того, как я увижу, что Фрэнсин жива. Полиция! Давай, иди сюда. Живо, живо. Как дела, Фрэнсин? Меня не кормили целые сутки. И я пропустила последнюю серию Санта-Барбары. Она без оружия. Можешь перестать строить из себя жертву. Все это похищение было подстроено тобой. Что за разговор? Из финансовых отчетов я узнала название колледжа, в котором Фрэнсин училась 4 года назад. В это же время там учился и ты, Лаксли. Поэтому я сделала вывод, что вы находитесь в сговоре. Я аплодирую вашей проницательности. Я ненавижу своего отца. И поэтому сбежала от него. Я хочу жить со своим любовником, своими товарищами и $1 миллион. Отличный план, Фрэнсин. Здесь мне никто не помешает покончить с тобой. Я убью тебя. Сама. Ты убьешь меня ради чемодана резаной бумаги? Здесь конфетти. Сюрприз. Вечеринка окончена. А кто ты такой? Недоумок. Да, чего ты улыбаешься? Потому что я безмерно счастлив. Ты покойник. Возможно, ты и прав. Давайте покончим по-быстрому, а то мне пора на курсы аэробики. Ты испортил мой самый лучший пиджак. Теперь я разозлился. Я совсем забыл, что у меня с собой граната. Слава богу, я не отдал костюм в чистку.
Троих уже нет. Осталась одна. Ты заслуживаешь хорошей порки, малышка. Брось оружие, или я ее застрелю. Что ж, вперед, давай. Убей ее, а потом я убью тебя. Хаммер, она не шутит. Я в этом не сомневаюсь. Доро, я как полицейский уверен, что ты готова умереть, выполняя свой долг. Ну хорошо. Теперь только ты и я. Брось пушку. Я знаю, ты никогда не стреляешь в женщин. Можешь назвать меня феминистом. Больно? Каждый раз, когда мне портят пиджак, у меня начинает болеть душа. Слава богу, что ты пришел. Не бога надо благодарить, а револьвер. Спасибо, Следж. Как трогательно. Моя собственная дочь, такая же, как ее мать. Я идиот. Тем не менее, Доро, поздравляю с успешно проделанной работой. Благодарю вас, сэр, но это не моя заслуга. Твоя, твоя. Детектив Доро, с большим удовольствием я готов сообщить вам о вашем назначении на новую должность. Это несправедливо. Не беспокойтесь о Хаммере. Подумайте о своей собственной карьере. Благодарю вас, сэр, но я, скорее всего, откажусь. Что? Я не ослышался? Вроде не глухой. Пошли, напарник. Доро, ты сошла с ума. Наверное. Но я знаю, что я делаю.